Руководители антимонопольной службы рассказали об успехах саратовских коллег. В областном центре с визитом побывал помощник руководителя ФАС России Павел Субботин. По его словам, поездку приурочили к юбилею ведомства. В этом году антимонопольная служба празднует 25 лет со дня создания. И в этом году получила новые полномочия по делам гособоронзаказа и тарифов. По словам Павла Субботина, наиболее часто нарушения встречаются в сфере строительства. Также представитель ведомства рассказал, что число жалоб в антимонопольную службу не уменьшается, как и число рассмотренных дел. Особенно это касается сферы госзакупок. Если в прошлом году было признано необоснованными жалоб почти 300, то в этом году 63. То есть, или жалуются более квалифицированно, или мы допускаем серьезные просчеты в организации и проведении закупок.